Дорогие мои, рад встрече с вами. И сегодня без лишних предисловий мы подходим к хроническим заболеваниям. Что такое хронические заболевания с моей точки зрения, человека, который прошел ад самолечения? Много лет я занимаюсь альтернативной медициной, являюсь как бы народным целителем, однако то, что я понял за последних 7 лет, перевернуло мое сознание. Итак, любое хроническое заболевание – это не какое-то спонтанное, вдруг случившаяся неприятность с вами. Это результат созревших микроопухолей, определенных смешанных инфекций, которые уже образовали какие-то определенные микрогосударства. Многие прогрессивные врачи и писатели, и натуропаты говорят о том, что микроскопическая опухоль – это уже 600 тысяч клеток. Это не так много, это всего булавочная, так сказать, головка. Это очень маленькая. Однако она уже обладает своим определенным, так сказать, групповым разумом, она уже выделяет определенные химические вещества и начинает подгонять под себя кровеносные сосуды. Понимаете, да, она уже начинает питаться, собственно говоря, вашими стилами, вашими соками, вашей кровью, питательными веществами, которые вы, так сказать, уже адсорбировали от пищи. И это уже конкретная проблема. То есть, к чему я веду? Если вы на коже видите псориаз, значит, у вас есть где-то определенная группа новообразований. Если у вас проявление вируса герпеса, Эпштейн-Барра, неважно, там, герпеса, симплекса, зостера, значит, уже есть определенные, так сказать, моменты, которые выделяют эти химические вещества, и, соответственно, из вашего организма начинают текать эти животные, потому что они животные. Потому что трихомонада является животным, друзья мои. Пускай маленькое, но животное. Поэтому очень легко понимать, что ведет к онкологии. Определенная долгая хроническая болезнь, да, ведь она, по сути дела, может идти 10 лет, 15 лет, 20 лет. Не обязательно иметь сформировавшуюся опухоль, которую увидит абсолютно полуслепой онколог, понимаете? Она уже такая здоровая, что он не может ее не увидеть. Не обязательно доводить до этого. Лечение надо начинать и заниматься антипаразитарными программами уже когда вы имеете хроническое заболевание. Я буду делать отдельную серию видео именно по хроническим заболеваниям. И уже тогда надо обращаться, потому что уже плохо. Совсем плохо. Но ведь гораздо легче на каком-то определенном этапе разобраться со всей этой штукой. Понятно, не хочется тратить деньги, не хочется тратить время. Хочется все быстро, на халяву, желательно за $20 решить проблему. К сожалению, так не будет. На сегодня все.